Всем привет, с вами снова Жнёк, и сегодня мы попытаемся еще раз пройти игру The Curse of Blackwater. Как-то так вам называется, неважно. Это будет уже третья попытка, но думаю, на сей раз мы сейчас по-быстренькому просто все сделаем. Батарейки соберем, найдем ключ. Потому что медлить нельзя, так как я понял, после того, как мы включаем шкатулку, эта девочка начинает за нами гоняться, и нам можно, точнее, нам надо как можно скорее найти другие ключи от других дверей. И все это надо делать очень-очень быстро. Тут ничего. Сейчас просто по-быстренькому пробежим, найдем ключ. Батареек по максимуму найдем. Нельзя медлить. Сколько уже можно проходить просто. И на самом деле я бы уже давно забил на эту игру. Но так меня хорроры очень давно не пугали, поэтому мне просто интересно пройти эту игру. Так, ладно. Только я точно не помню, где. Вот он, ключ. Отлично. Две батарейки. Ну, давайте еще одну найдем, пожалуй. То, что нам как минимум еще одна нужна будет. Пригодится. Потому что все равно я пока сейчас бегаю, она садится. Мы одну используем, останется у нас одна всего лишь. Поэтому нам нужно как можно больше. Так, здесь нету. Здесь тоже ничего. Так вот, отлично. Еще одна батарейка, но мы ее используем попозже. Тут ничего. Тут тоже пусто. Ничего. Еще одна батарейка. Так, я думаю, вообще на самом деле батареек хватит нам. Так, ладно, надо собраться с мыслями. Проверим, здесь началось. Здесь ничего нету. И у нас открывается там дверь, да? Справа у нас сейчас откроется дверь. Возьмем там ключик. Побежим в эту дверь. Ломик. Так, мы нашли ломик. Ой, начинается, господи. Сейчас за нами будет конец, эта маленькая чертова девочка. Пока ее нет. Блять, пошла нахер. Быстрее, 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 быстрее. Блять, добери. Так, у нас она бежит. У нас на втором этаже остались двери. Срань господняя.
Что-то все затихло, это мне очень не нравится. Если честно. Ай, блядь. Так отлично. Больше ничего не, блядь, пизду. Ничего нету, короче, здесь больше. Стрелу, блядь. А здесь-то что? Что мы сделали? Ладно, ладно, валим, валим отсюда, вообще валим, блядь. Подожди, у нас же нету ключей. Нам надо, наверное, было еще один ключ какой-то найти. Блять, пиздец, быстрей, быстрей, быстрей! А ключи не нужны. Не нужны ключи. А, блядь. Спасибо подписчикам за подсказку, то, что надо все быстро делать. Иначе я бы опять там пока сел, пока попил бы, меня бы опять сожрали. Так, и чё? И куда мы пришли? Блять. Надеюсь, она не выломает. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Где мы оказались-то? Что здесь вообще происходит? Угу. Очень познавательная история. Чё, Финн? Найти 6 ключей. Как посмотреть-то еще раз? Ладно. Найти 6 ключей. Каких там ключей карт? Нифига себе здесь. Химикаты какие-то. Ядерные. Чё делать-то, куда идти? Погнали сюда. А мы же в той локации, там еще была одна дверь. Подожди, они... Назад нельзя. А может, мы ключ пропустили там какой-либо? Там, вот когда мы ломиком взломали дверь, там же была еще одна дверь. Соседняя. И в нее я не пошел. Блин, не знаю, связано будет это как-то или нет. О, господи. Что это такое? Точно роддом. Что это вообще, блядь, в подвале здесь происходит? Подстанция какая-то. Охренеть. О, отлично, мы что-то включили. Что случилось? Что делать? Что случилось? Там кто-то был. Что нам делать? Ну хоть свет не выключился. Тихо. А кто там был? Что вообще происходит? Ой. Блять. Сейчас, сейчас, сейчас. Надо с мыслями собраться. Тратить. Господи. Ладно. Может, здесь тоже как бы нельзя медлить? Бля, пиздец.
Ой, блядь, куда я бегу? Куда бегу? Да возьми чё-нибудь. Чё случилось, блядь? Тут нету ничего. Так, там чё? Там дверь? Блин, у меня опять начинает лагать. Игра от Фрапса, видимо. Потому что Слендер у меня лагал. Здесь у нас что? Так, тихо. Пизду, блядь. Чё за хуйня там, блядь, приближается? Ебать! Охуеть! Уёбываем, блядь, бежим! Бежим! Ничего нету, что ли, опять? Тихо. Там эта ёбань ходит какая-то. Пипец. Хуета паникует. Бля, что делать-то? Она вынесла дверь, блядь. Ну взяла, вынесла дверь, она хуела, что ли, совсем. Блядь. На самом деле не столь страшно, как та маленькая злоебистая девочка. Где мне взять ключ-то? Блять, все закрыто. Куда мне идти? Я вообще не наблюдаю ключа. Отлично, здесь закрыто. Видимо, нам надо в ту дверь сначала было идти, что ли. Нет, ничего. Блять, 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 блять. Пиздец. Здесь что такое? Она одна, надеюсь? Это охуеть нужно. Да что здесь такое вообще происходит, блин? Блять, она идет сюда. Так вот. О! Так, офис Кей. Так, тихо, давайте. Она пройдет, она вот прям за стеной по звуку. Надеюсь, сюда она заглядывать не будет. Ну а зачем? Господи. Охренеть, да что это вообще за лаборатория-то такая?
разбегаемся. Одна из шести ключ-карт. Нифига себе. Здесь мы нашли ключ. Ключ — это уже хорошо. Больше пока здесь ничего не наблюдаю хорошего. Вот это вообще в тему. Аккуратненько, аккуратненько, бежим, 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 бежим. Свет лучше включать не будем. И вроде и так неплохо все видно. Так, у нас есть немного времени. Так, куда этот ключ подходит? Так, нашли, это закрыто, это открыто, да? Заебись. Да, подожди. Отлично. От ванной комнаты. Мы взяли ключик. Ванная комната, я примерно знаю где. Блять, открой. Сейчас будет охеренно, если здесь еще и девочка влезет. Это будет просто замечательно. Вторая карта. Нам их надо найти 6 штук, напоминаю. А где еще-то искать нам? Я что-то... Так, давай. Так, так. Так, видимо, эта херня где-то тут. Где еще могут они быть? Тихо. Так вот. Так, поспокойней. Может, я где-то не замечал, сейчас просто буду более-менее так обследовать шкафчики, потому что я все делал очень быстро. О, ключик. Ага, от всех замков вот этот ключик, да, у нас, по-моему, где-то есть. Запертые шкафы у нас где-то есть. Отлично. Третье. 3 из 6 карт у нас есть. Больше я не помню, есть или нет. На той стороне я точно помню, был шкаф такой один. Проверяли, ладно, давайте я сниму открытым. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. По звукам я что-то не могу это определить, где точно эта тварь находится. О! Кабинет. Ключ от кабинета. Тихо. Аккуратно. Тихо. Спокойно. Спокойно, спокойно, спокойно. От какого кабинета? Что-то я не пойму. Батарея. Я говорю, я много, видите, сколько всего я пропустил. Она здесь лазит. Фонарик у нас есть. Тихо, тихо, тихо. Прям вот тут вот прям идет.
прошло. Да, вон там она. От какого кабинета? Здесь ничего. Ух ты. Интересно, от какого кабинета мы нашли ключ? Все же что-то я понять не могу, подожди. О. Тихо, она идет. Проходит сейчас, и мы туда идем. Тихо, тихо. Демон, блядь. Все пощемили. Здесь вроде никаких шкафчиков, ничего нету. Подожди. Еще три ключа нам надо. Да-да-да-да-да-да-да. Ладно, будем пока закрывать. Здесь точно ничего нету. Здесь тоже ничего. Так. Здесь у нас тоже ничего нету. Здесь даже смотреть мы не будем. Херня. Идет эта херня. Не так лучше. А, батарейка. Ничего. Так, а теперь надо думать, от какого мы, мать его, кабинета взяли ключ. Я просто не припомню каких-то еще закрытых дверей. Двери больше нету. Подожди, а где же запертый шкаф-то здесь был? А вот он. Четыре. Ну, четыре. Девочка, да? Наверное, сейчас будет. Не знаю, что-то все погасло. Не, ну девочки здесь точно нам не нужно. Нам нужно найти дверь. Какую дверь, хер его знает. Ну ладно. Дурак, что ли? От какого ж кабинета-то? Чуть понять не могу. Ну, здесь я чего пропустил? Что-то ничего не пойму.
5. Наверное, в том офисе я где-то пропустил карточку. Скорее всего, только... Вот от какого кабинета мы ключ взяли, я до сих пор понять не могу. Да, вот, наверное. Отлично. Давайте дождемся этого, да? Козла. Ну, не так страшно уже стало, по крайней мере. Тут, можно сказать, игра немного нам дает передохнуть. Так, тихо. Видимо, да, здесь химические какие-то эксперименты проводились. И вот такая ёбань получилась у них в итоге. И переубивала всех. Такая-то дверь не закрывается, да? Он её вынес к хуям. Отлично. Отлично. Тем временем мы проходим дальше. Так, и, пожалуй, на этом моя серия закончится. Данная. Дальше нас ждет жопа, по всей видимости. Ну, вы сами можете наблюдать здесь эту картину. Так что на этом серия заканчивается. С вами был Женек. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всего доброго, до встречи в новых сериях.